Здорово, народ! Вы на канале Детсад, и с вами я, Лилу. Мы продолжаем проходить Хроно Кросс, и это третья серия. Поехали! Мы отправляемся в деревню Арни, чтобы завершить здесь разговор со всеми жителями. Мы с вами побывали в таверне, мы поговорили с этим мальчиком. Если я не ошибаюсь, поговорили? И также мы побывали в своем доме, который оказался не нашим. Давайте зайдем в дом нашего Пашули. Или нашей. Кстати, как вы думаете, это мальчик или девочка? Собачка. Потому что имя у него Пашуля. И воспринимается вроде как мальчик. Но по виду похоже на девочку. Мы тут были? И это мой дом. Осторожно. И берегитесь безумных хекланов. Хорошо. Я отплавилась в долгое странствие. Пожалуйста, не надо искать меня. Окей. Это получается Пашуля этого мира отправилась куда-то. Так, а что здесь? Фотон-луч! Это круто. Так, это мы уже читали. Котик. Это напоминает мне о мальчике, который жил в соседнем доме и до ужаса боялся кошек. Но это было 10 лет тому назад. На этого мальчика напал демон пантеры, когда он был совсем маленьким. Думаю, у него после этого осталась эмоциональная травма. Бедный малыш, никто и представить себе не мог, что может произойти такая трагедия. Ох. А что, может, тут есть что-то? Здесь? Что это за клетка? Может, для птички какой-то? Или рыбу сушат? У моих родителей есть такая сушилка. Они там сушат рыбу и яблоки. Ну что ж, а что это за девочка? Эй, девочка, стой! А! Эй, приятель! Ты уже нашел мою сестру? Ты в порядке? Такое впечатление, что ты только что увидел привидение. А то! Узнать, что тебя не существует и что ты погиб 10 лет назад, это, знаете ли, такое себе. Давайте сходим в дом охотника. А что здесь так? Никого нету, как будто. Так. Да можно мне как-то развернуться? Нормально, можно встать? Я больше не могу понять моего сына. У него не было интереса ко всему многие годы. Было время, когда он всем сердцем хотел стать рыбаком, как его старик. Но взгляни на него сейчас. Молится этой глупой кукле день и ночь. Что в него вселилось? Какой кукле? Что это за бочка? Эй. Давайте-ка я пройду. 10 лет назад друг моего мужа потерял сына. Мальчик утонул в море, когда ему было 7 лет. Вскоре после этого родители мальчика тоже скончались. Какой печальный поворот судьбы. Вот тогда изменился мой муж. Я даже представить себе не могла, что он может закончить вот так. Его образ жизни изменился полностью. Вероятно, это про меня. Папочка почти всегда проводит свое время в подвале. Он не хочет играть со мной. Так, конечно, нельзя. С детьми надо играться. И он очень злится, когда я прихожу туда. Раньше он таким не был. Наверное, он меня больше не любит. Он любит тебя, я думаю.
даже если не проводит время с тобой. Пойдемте посмотрим на этого папу. Оу, какая грозная музыка. Статуя какой-то кошки. Что-то за символ. Какая-то пентаграмма. Какой-то череп. Жуть. О, привет! Я только что окончил молитву. Вот, взгляни, это называется Моджо. Он с Дальнего Востока и приносит удачу. Это он про вот этого соломенного кого-то. Чувствуешь, как из него исходит любовь и привязанность. Вот такой вот удивительный посланник любви и отваги. Подумай об этом, брат мой, как наши жизни ежедневно подчиняются власти неуверенности и страха. Наши выдохшиеся вчера и неясное завтра, как мы бесцельно живем сегодня. Это святая вещь, наполненная молитвами людей сегодня, защищающая и поддерживающая нас. Иди, брат мой, давай помолимся вместе, и пусть спокойствие придет к нам в души. Да ну. Где можно найти истинную любовь и спокойствие духу? В Моджо! Не отвечает. Похоже, это просто соломенная кукла. Не отвечает. Просто соломенная кукла. Точно не отвечает? А если еще раз? Опять не отвечает. Может, еще разок? Нет, все-таки просто соломенная кукла. Опять не отвечает. До сих пор не отвечает. А что если мы... посмотрим? Нет. Посмотрим. А, нет, у нас ничего нету. Окей. Котик. Ты почувствовал луч света от кошки Лазари. Нет! Ты почувствовал луч света от кошки Лазари. Нет! Что это? Ты получил священный лекару от кошки Лики. Нет! Что это значит? Помолимся вместе, брат мой. Где можно найти истинную любовь и спокойствие духа? Давайте хором. Моджо! А это что такое? Попробуем. Ты почувствовал ауру долголетия от кошки Аури? Нет. Что нужно сделать, чтобы почувствовать? Мне очень интересно, что это значит. А если этот череп? Давайте, ну, как-то... Нет. Ну, я могу нормально как-то встать к этой черепушке? Ага, нет. Ну... Так и может я сюда хочу подойти? Не отвечает. Просто соломенная кукла. Зато вот эти вот кошки, они как-то работают. Ну что ж. Кажется, он немножечко тронулся. Да, он не хочет играть. Ну... Он молится о любви, но любовь не проявляет. Это вообще грустно.
Давай поговорим с тобой, малец. Ага, да-да, слышали об Эль-Нидо, видели, слышали странную песню. Кто-то видел огромное светящееся яйцо на дне моря. Да, мы уже поговорили. Оп. Добрый день, почему бы тебе не купить чего-нибудь? Нет, спасибо. Пока что мы справляемся так. Может, мы все-таки сможем взять радужную ракушку? Нет. Ну, давайте сходим сюда. Старейшина! Где же этот бравый седовласый мужчина? Мяу. Мяу, так мяу. Ну, может, тут что-то есть? Смотрите, интересно, как далеко он может забежать. Может, тут что-то есть? Есть один тоже блогер, который снимает по Хроно Кросс. Во, нашли. Превращение красный. Отлично. Это нам нужно. Эй. Где-то тут был мужичок был. Ничего тут нет. Эй. Ладно. Да не сюда. Да куда ты? Вот. Заходим. Сюда, как всегда, очередь. Эй, друг. Хватит мозолить мне глаза. Верно, записи судьбы записывают все плохое и хорошее. Так что, когда приходит время сказать нам адью, наша жизнь продолжается в записях судьбы. Подумай, как ужасно может быть, если ты покинешь этот мир, не имея упоминания о твоем существовании. Я все время принимаю решения. Меня всегда интересует, что бы произошло, если бы я выбрала другой путь. Может, мне стоило сделать это вместо того, может, я сделала неправильный выбор. Но, к счастью, у нас есть записи судьбы. Они подсказывают нам, что выбрать. Я не могу представить, что бы я без них делала. Каждый день мог бы быть заполнен тревогой и страхом. Единственное, чего не затрагивают записи судьбы, это жизнь и смерть. Я не против, правда. Не думаю, что я действительно хочу это знать. Гораздо важнее то, что я должна посмотреть первым делом на фестивале в Термине. Должна ли я попасть на концерт Ники или на танец русалок? Что же посмотреть? Понимаете? Ребенок использует записи судьбы, чтобы определиться с выбором, что посмотреть. Записи судьбы! Ты можешь там увидеть, ну не знаю, будущее. Надо же. Ой, а это что? А это что? Арбуз? Вы едите арбуз, я вижу. Только между нами, наш староста Гонжи, настоящий скряга. Гонжи? Я не смогу приготовить хорошую еду, если у меня не будет свежих, качественных продуктов. А он еще жалуется на качество пищи. Я этого не выдержу. Дай пройти. Ну, дай пройти. Ну? Сквозное проникновение. Что тут? У вас ничего не завалялось? Пропустите. Простить тебя? Хватит напирать. Я не помню, что там. Хватит лезть без очереди. Встань в конец очереди. Да, да. Я уже понял. Что это за... Да, ты хочешь видеть старосту? Ха,
Радиус? Ну да, радиус староста. Кто это? Гор же наш староста. Здесь нет никого с таким именем. Ты, наверное, ошибся. Вот такие дела. Ты здесь новенький. У нас не часто бывают посетители. Меня зовут Гонжи, я староста Арни. Почему бы тебе не остаться и не отдохнуть немного? Не могу предложить ничего экстравагантного, но чувствую себя как дома. И все? Ну а может ты мне подскажешь, что как... Понятно, ничего ты мне не подскажешь. Ай, пропустите. Вообще, что происходит? Ну что ж, помчались. Итак, мы побывали... Мы поговорили с... А ну, давайте посмотрим, может, тут рыба как-то... Да... Эй! Собака! Все так же. Оп. Ага, опять ты? Нельзя входить в чужой дом. А я войду. Мало ли, вдруг тут еще что-то есть. Ничего. Ну что ж, пойдемте. Итак, мы проверили, в принципе, все, что можно было посмотреть. Мы поболтали с милыми старушками, которые жаловались на... Что? На солнце или на дождь? Неважно. Ну что ж, добрейший человек, всего доброго. Да привело то, что я здесь жил. Вот что меня сюда привело. Да, отдохнуть и оставаться сколько хочешь. Сначала разберусь с происходящим. Итак, отправимся на ревущий мыс. Что ж, и узнаем что-то. Как-то здесь более хмуро. О, гейзеры. Оп. А я не хотела выходить. Ладно. Заходим. А что если стать? Нет ничего. Так. Опа! Напали и испугали тебя. Из-под тишка, из тени. Ну что ж, ту-ту-ту. Атакуем. Мальчик. О, смотрите, это девочка. Я только что обнаружила, что тут и пол существа. Это девочка, это мальчик и это мальчик. А чем же они похожи? А? Так, тут розовенький носик, и тут розовенький. Коготочки желтенькие. В общем, визуально они ничем не отличаются. Вообще ничем. Окей, значит на тебя. По-хорошему. Вот так. Ну и давай его. Им-бабах. Ну так, на четверочку. Пашуля. Давай-ка посмотрим со стороны. Как ты бьешь? Ой, промахнулся. О, он отвечает. Нет, уворачивайся. Я сейчас тебя еще раз буду бить. Кусь. Вот так. И с ноги. Хе-хей. Ну и тебя немножечко извиняюсь. Простите, извините. О, да ты ловкая. Кусаешься. Ну, думаю, этого нам будет достаточно.
Нет, недостаточно. Ладно. И лапкой. И еще. Вот и все. Победа! Все? Да. Лечить. Сок и два клыка. Отлично. Давайте заберемся сюда. Посмотрите. Ага, кость. Что это? Почему оно шевелится? Оно шевелится? Это ветер колышет. Это неестественно. Так, мы хотим и этот сундук. Здравствуйте. Увы, нам придется вас победить. Конечно, хотелось бы его. Без драж. Но, увы. Ну, а ты, Пашуля, вероятно, его. Раз, два, три. О, так. Лапками. Хорошо. Два сока. Электротолчок. Что ж... Ай! Надо же! Он бьется. Ну, тут что? То есть, если попасть прямо в момент... Так. Заходим сюда. Так, мы пришли к камню. Странно. Какой закат. И птицы. Так, почитаем. Что же здесь? Ты куда, Пашуль? Что же здесь? На плите что-то написано. Могила нашему любимому Сержу, умершему в 7 лет. Теперь у него никто ничего не отнимет, и никто не сможет ничего ему дать. Что пришло из моря, то вернулось в море. Как это? Ты, должно быть, Серж, призрак мальчика, умершего 10 лет назад. Кто это говорит? Не с места. Прости, малой, но нам нет дела до твоих друзей. Мы за тобой. Будь хорошим мальчиком и следуй за нами. Но, сэр Карш, вы думаете, что это истина? Истина, что этот пацан призрак? Мне он кажется превосходным молодым парнем. Какая разница? Мы нашли этого парня, как он сказал, так ведь? Хватайте его! А придержите коней! Вау! Что за... Ты кто? С дороги, подружка! Ты же не хочешь, чтобы тебе сделали больно! Рот закрой, вонючка! Это вам лучше уйти с дороги! У тебя проблемы? У тебя хоть есть представление, с кем ты имеешь дело, фитюлька? Хватит! Послушай, малой, у нас приказ взять тебя. Мы не причиним тебе вреда. Пошли с нами. А иначе
С тобой будет говорить мой топор. Как страшно, боже мой! Может, ты заткнешься и начнешь уже? Я вам так двину по вашим жалким задницам, что вы головой о луну долбанетесь. Но все, ты не оставляешь нам выбора. Ты пожалеешь об этом, фитюлька. Ну что ж, в бой? Вот это да. Нам придется сражаться. Так, salt, tarsh and pepper. Соль и перец. Ну что ж, бьем главного. Вот этого. Так, и вот так. О, вот это да. Какой высокий. Сэр, его врожденный цвет элемента это белый. Отлично, а это значит... Быстро атакуйте его элементом противоположного цвета, черным. Какая неудачная неудача, кажется, у меня их нет, сэр. Ах, ты тупица, ты всегда должен носить с собой элементы всех цветов. А как насчет тебя? Мне страшно признаться вам, сэр, но у меня тоже их нет. Мы должны позволить вам, сэр Корж, показать нам, как это делается. Ах, никчемные клоуны. Настоящим мужчинам не нужна магия, когда они могут сражаться с помощью своей силы. Так, добиваем. Так, ну-ка. Бьем этого. И вот так. Так. Элемент. А ну-ка попробуем огненным шаром. А, я не обратила внимания. Зеленый, желтый, желтый. Нет. Ладно. Давай пробуем его. И... Ну-ка. Сколько? 26, неплохо. Ну-ка попробуем ты. Огненный шар. Таблетка, огненный шар. Магма-бомба! Ну что ж, все враги. Ну-ка посмотрим. Красота. Ха! И это удар? По-вашему, это удар? Ну да. Просто атака, значит. Бьем. Оп, промах. Ха, мы вот так умеем. Так, ну что ж. Pepper, tarsh и salt. Тебе не очень хорошо, да, уже? Ты выбыл из боя. Ну что ж, фотон луч. Тебя. Так. Элемент. Таблетка. Огненный шар. Магма-бомба. И огненный шар плюс два. Вот так. Защита. Потом... А, стоп. Мне показалось или... Нормально у нас все. Это было выносливо. Я увидела строчку. Увидела строчку, что...
выносливости у меня мало было, вот почему. А мне показалось, что это здоровье. Ну-ну. Ну что ж. Давай тебя. Ну что ж, остался всего один. Кажется, и с тобой мы тоже справимся сейчас. Да. Вот и все, бой окончен. И кто здесь фитюлька? А? Кто фитюлька? Все, новый уровень. Все. Конечно, лечиться. Костяной топор, слоновый жилет и слоновый шлем. Супер! Это нам пригодится. Сэр Карш, я говорю, нам надо уйти отсюда живыми, чтобы сразиться в другой день. Это не просто надоедливые детишки. Чёртовы трусы! Что касается тебя, фитюлька, мы этого не забудем. Ой, мне так страшно! Я буду просто счастлива попинать вас в любое время. Думаешь, я испугаюсь таких вонючек? Ха! Кто ты такая? Ты в порядке, приятель? Ну? Да, да. Серж. Тебя ведь зовут Серж, да? Ну? Ну да, я Серж. И что? Ты кто? Я? Меня зовут... Кит. Да. Принять. Кит! Зови меня Кит. Рада познакомиться. Я не могла просто стоять и смотреть, как эти парни пристают к тебе. Они меня просто взбесили. Хотела бы я им еще как следует накостылять. Но что этой банде от тебя надо? Не знаю. Я их раньше не видел. Ты хочешь сказать, что раньше их никогда не видел, да? А, ладно. Эй, Серж, а как насчет того, чтобы нам с тобой ненадолго сколотить команду? Этот парень Карш просто так не оставит тебя в покое, это уж точно. И, по правде говоря, я в этих местах новенькая. Довольно скучно путешествовать в одиночку. Ну так что, Серж? Может, это сама судьба свела нас вместе? Путешествовать вместе? Отказаться? Я думаю, да, путешествовать вместе. Да? Прекрасно, дружище! Так и быть, мы теперь хорошие напарники. Ну ладно, скоро стемнеет. Думаю, нам надо пойти и переночевать в Арни. Пойдем. Кстати, Серж, давай только без всяких там шуточек, да? Я клевая и все такое. Ладно, погнали в Термину. Как мы быстро так и переместились. Собственно, что по пути-то у нас все было знакомо. Пашушу, вперед, вперед. Ах да, Серж, чуть не забыла, вот, держи. Это телепортер. Ты сможешь менять членов своей команды издалека. Очень полезная штука. Все, что надо сделать, это... это трудно объяснить. Просто посмотри в меню самостоятельно. Серж получает телепортер. Ну, круто. Что ты здесь делаешь, друг? Это мой остров.
Нет, не хочу. Черт. Вот именно. Это вот еще. Итак. Что тут поменялось, собственно? Может, что-то поменялось? Добрый день. Нет, спасибо. Пойдем к Лене сходим. Может, все-таки она что-то скажет? Да, она тут. Почему всегда ныряет кто-то, как я захожу? Ты найдешь его могилу на Ревущем мысе. Мы, собственно, там уже побывали. Ну, мы уже были там. Ну что ж, бывай. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас в инвентаре. Вот мы здесь. И что? Ага, Серж. Кит, Пашуля. Белый, красный, желтый. Давай посмотрим. Да, вот. Так, элементы. Посмотрим, что у нас по элементам. Ага, вот, у нас есть возможность поставить сюда что-нибудь. Давайте посмотрим. Давайте подъемчик поставим. Ту-ту-ту. В смысле 22? Эй! В смысле? Да ладно. О, магма-бомба, это круто. Это очень круто. И давайте превращение в красный, правда, я не знаю зачем. Так, лечить, а сюда давайте поставим... Ледяное копье. Урон 2 плюс минус 6. Аквалуч 1 плюс минус 7. Уровень 2. А, я поняла. Уровень 1, уровень 2. Уровень 2. Ну, я думаю, электротолчок. А, вот сюда. А, ну, фотон луч. Тут, в принципе. Потом луч. Ну, магма-бомба, конечно, круто. Давайте, наверное, мы магма-бомбу сюда поставим. А вот здесь поставим вместо электротолчка фотон луч. Да. Лечить оставим. И превращение красное уберем. Заменим на электротолчок. Ну-ка, посмотрим. Лечить 2 уровня. Давайте мы его... Да пусть будет. Посмотрим. Огненный шар, электротолчок, лечить фотон луч и магма-бомба. Неплохо. А, фотон луч, кстати. Давайте мы, наверное, его заменим. Вот, мы
мы электротолчок. Заменим фотон лучом. А вот здесь вот фотон луч заменим электро. Все, разобрались. Да. И вот здесь огненный шар можно тоже заменить. Ледяное копье. А вот... Плюс минус... Минус 6... Давайте аквалуч. Все. Отлично. Все. Так. Да что такое? А как сменить? Подскажите, я забыла, как отсюда выйти. Нет, нет. О, все, фу, нашли. Сюда ставим. Ставим. Давай огненный шар. Следующая аквалуч. Ледяное копье давайте поставим. А сюда, здесь у нас подъем. Ну давайте аквалуч заменим на фотон луч. Или на подъем. Подъем у нас уже есть. Да. Да. Вот так. Есть у нас огненный шар, фотон луч, ледяное копье, подъем. Все есть. Отлично. Итак, следующая у нас кит, таблетка и огненный шар. Магма-бомба. И давай тебе поставим... Подъем. Пусть будет. И огненный шар. Магма-бомба. Еще огненный шар. Окей. Так. Все. А как отсюда выйти? Блин. Так. Ладно. Аквалуч лечить. Все. Ну, выпустите нас как-то. Все? Нет, не все. Я не знаю, как теперь отсюда выйти. Все, я все сделала. Выпустите меня отсюда. Я не знаю, что теперь делать. Так. Ладно. Ну, давайте, в принципе, мы уже познакомились с кит. Мы все прошли. Что мы хотели. Вот как выйти? Я вот это нажимаю, оно начинает заменять. Я вот это вот нажимаю, оно заменило. Я не хочу. Нет. Поставь обратно. Стоп. Ну вот что я нажала.
я забыла, как выходить из этого меню. Все. Я вроде все нажала. Ну что ж, значит, на этом моменте мы попрощаемся. Все. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями, приглашайте друзей, добавляйтесь к нам, подписывайтесь. Мы очень рады будем. Все. Всех обняла. Пока-пока.